Вот в Польше есть вот такие вот, видимо, супермаркеты, я не знаю, ну, недалеко от того места, где мы проживаем, Aldi. Цены такие же, ну, в Катовице, вот эти здания. Здесь благодаря компании работы Европа КЗ. В частности, сотруднику Ербол, которому мы благодарны, не устану, не перестану говорить. Вот, который нам обеспечил Алваш Шукур мультивизу. Мы в посольстве, которую получили недавно, ну, то есть месяц тому назад, вот приехали теперь. Такие вот трамвайчики ходят. Так что, добро пожаловать, друзья, в Пош Келлинес.